Доброе утро всем. У нас сегодня такая красавица Нюша. Нюша такая вот необычная порода, красивая, нежная. К нам она приехала на так называемую реоперацию. Реоперация бывает и в человеческом мире, когда один доктор делает операцию, второй переделывает. Также и в ветеринарном. Так получилось, что после стерилизации по каким-то причинам возникла грыжа. Грыжа в области, где была проведена операция, и в брюшину под кожу вышли органы. В данном случае это кишечник, и наша задача сегодня прооперировать, все вправить и сделать, чтобы все было хорошо. Поэтому сегодняшняя история о такой красивой Нюше. Перед операцией мы всегда делаем общий анализ крови. В данном случае анализ крови нам показывает, что все хорошо, и мы можем делать операцию. Нюша уже в предоперационной комнате, мы поставили в лапку катетер, сейчас подготовим операционное поле и идем вперед. Нюша уже на операционном столе, и мы продолжаем. Операция успешно выполнена, все прошло хорошо, Нюша уже потихонечку просыпается. Скоро будем звонить владелице и говорить, что все прошло хорошо. Вот такая вот сегодняшняя история о нашей Нюше.